Здравствуйте, в эфире новости АТН, в студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Как такое произошло? Как могло случиться? Как бы никому в голову прийти не может. Что было? Какая помеха? В последний путь с мигалками и сиренами в Харькове простились с погибшими в аварии сотрудниками скорой. Она начала плавно, но уверенно поворачивать на встречную полосу. То есть не было резкого поворота. Она плавно уходила навстречу. Очевидец полицейский, водитель патрульного автомобиля, рассказал подробности столкновения скорой с маршрутным автобусом. Фактично на сьогодні більшість обласних, а тим більше міських бюджетів не спроможні фінансувати державні професійно-технічні навчальні заклади у повному обсязі. Судьба ПТУ, детского реабилитационного центра и университета радиоэлектроники. В облсовете разбирали конфликтные вопросы в сфере образования. Итак, подробности. Сегодня в Харькове простились с сотрудниками скорой помощи, погибшими в жуткой аварии на Салтовке. В последний путь водители экипажа, скорой и медсестру провожали с мигалками и сиренами. Проститься с погибшими сотрудниками скорой помощи пришло около сотни человек. Родные, друзья, коллеги с других подстанций Харькова. Медики 7-й подстанции, где и работали водитель экипажа и младшая медсестра, немногословны, едва сдерживают слезы. Бригада была слажена, постоянная бригада слаженная. Водитель более 15 лет работает на скорой помощи. Первоклассный водитель. Работал он на спецбригаде, потом захотел, сел на линейную машину. Возможность есть, скажем, сесть на бригаду интенсивной терапии, он садился. Никаких нареканий никогда не было. Ну, супер водитель. Младшая медсестра, ну, замечательный человек. То есть она сколько лет работала, безотказная, помощничка, ручки золотые, товарищ замечательный. Ну, как такое произошло, как могло случиться, как бы никому в голову прийти не может, что было, какая помеха. Последний путь двоих сотрудников скорой помощи провожали с мигалками и сиренами. Никаких комментариев от руководства. Журналистов после прощания и вовсе попросили удалиться, запретив общаться с коллегами и товарищами погибших. Поясняю, потому что я видел, когда написали журналисты, скорая погибнет. Если вы не понимаете, о чем говоришь. Произошла трагедия. Трагическая случайность, в которой погибли наши коллеги, сотрудники Центра экстренной помощи. Это были прекрасные люди, которые всю свою жизнь отдали работе. Обстоятельства происшедшего сейчас в стадии расследования. Когда будут известны результаты этого расследования, мы вам дополнительно сообщим. Всего в жуткой аварии пострадало 10 человек, трое погибших. В том числе и 4-летний малыш, которого, собственно, и транспортировали из одной больницы в другую. Он скончался прямо на операционном столе. За жизнь 24-летней девушки, мамы, ребенка и фельдшера продолжают бороться медики. В медучреждениях Харькова еще остаются двое пострадавших – пассажиры автобуса. Их жизни, заверяют специалисты, ничего не угрожает. По факту происшествия следователями отдела по расследованию аварии открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обращаются к харьковчанам, которые приезжали в тот момент место происшествия, с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов в отдел расследования по адресу Маяковского, 22. Инна Степанишина, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости». Свидетелем смертельного ДТП на проспекте Тракторостроителей стал лейтенант полиции Максим Скрипко. Он был за рулем патрульного автомобиля, который ехал следом за скорой, когда та выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом. Полицейский рассказал о подробностях аварии. Жуткая авария на Тракторостроителей, которая забрала жизни троих людей, в том числе 4-летнего малыша, случилась на глазах у Максима Скрипки. Лейтенант полиции, командир 7-й роты 2-го батальона, был среди тех, кто 22 февраля прошлого года получил ранение во время теракта возле Дворца спорта. А в этот вторник Максим оказался за рулем той патрульной машины, которая ехала следом за скорой как раз в момент столкновения. Она начала плавно, но уверенно поворачивать на встречную полосу, то есть не было резкого поворота.
Она плавно уходила навстречу. Когда произошло столкновение, Максим побежал к машине скорой помощи и смог открыть двери в салон. Там увидел медсестру и маму ребенка, а вот самого малыша удалось заметить не сразу. Мальчик лежал под завалами. Тем временем напарник патрульного вызвал медиков и спасателей. Они ни на что не реагировали. Вызвали подкрепление в несколько патрулей, которые прибыли в течение 3 минут совместными силами с 8-й ротой и 5-й ротой. Мы начали оказывать домедицинскую первую помощь, делать непрямой массаж сердца всем пострадавшим. Скорой не было очень долго, и мы приняли решение, что с помощью наших патрульных автомобилей будем доставлять всех пострадавших в больницы. Водитель уже не подавал признаков жизни. Освободить из железного плена пассажира, мужчину-фельдшера, который находился впереди, смогли только спасатели, говорит полицейский. Я хочу выразить соболезнования всем родственникам и близким, которых людей погибли. И хочу сказать, что мы сделали все, что было в наших силах и вне наших силах, чтобы спасти людей. Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения «Новости». Финансы для ПТУ, детский реабилитационный центр в Ольховатке и конфликт в университете радиоэлектроники. На нынешней сессии областного совета вопросы бюджета затерялись за проблемами и конфликтами в образовательной сфере. Образовательный тон нынешней очередной сессии был задан уже в первых выступлениях. Представители от фракции «Відродження» подняли тему финансирования профтехучилищ. В соответствии с данными депутата от этой политсилы, для подготовки почти 15 500 работников требуется около 300 миллионов гривен. Именно эти средства с начала года государство предложило платить местным бюджетам. С 1 січня поточного року видатки на професійно-технічну освіту мають здійснюватися не з державного бюджету, а з обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення. Фактично на сьогодні більшість обласних, а тим більше міських бюджетів, не спроможні фінансувати державні професійно-технічні навчальні заклади у повному обсязі. Депутат предложил направить обращение в Верховную Раду с просьбой возобновить финансирование этой отрасли из центрального бюджета. Это предложение было поддержано депутатами других фракций. А уже к середине проведения сессии стало известно о решении народных депутатов о выделении субвенции на профтехобразование в размере 500 миллионов гривен, из которых на Харьков придется всего 70 миллионов. Такое частичное удовлетворение потребностей областной совет не устроило. Сергей Чернов пообещал продолжить обращение с просьбой принять на себя все расходы по финансированию этой отрасли образования, учитывая, что все учреждения профтехобразования находятся в государственной собственности. Пока же полученные средства будут распределены наиболее нуждающимся. Финансируем это все. Потом будем обращаться с тем, чтобы государство профинансировало это в полном объеме. Там, где сегодня проблемы есть, мы подставим плечо с областным бюджетом. И будем обращаться также в органы местного самоуправления, что это делалось с местных бюджетов, и большинство местных бюджетов уже включились в эту работу. Затронули депутаты и конфликт в Хнуре. Сегодня с трибуны областного совета были озвучены результаты работы профильной комиссии по обращению 3 временно отстраненных от работы проректоров этого вуза. По мнению членов комиссии, основная причина конфликта – отсутствие в течение 2 лет официально избранного ректора, а также назначение нового временно исполняющего обязанности ректора Эдуарда Рубина, проведенное профильным министерством с нарушением норм действующего законодательства. Присутствующий на сессии в Рио ректора Хнуре и депутат от фракции «Самопомощь» Эдуард Рубин никаких нарушений в своем назначении не увидел и заверил, он только за выборы. Правда, для этого следует привести в порядок устав учебного заведения и саму систему выборов. Я не вижу там нарушений, которые были со стороны министерства, это однозначно. Но вне зависимости от того, были эти нарушения или не было этих нарушений, да, мы должны привести к тому, чтобы вуз мог нормально функционировать. Для меня это стоит первоочередной задачей. Озаботились депутаты и судьбой детей, которые находятся в реабилитационном центре в Ольховатке. Его основной целью является реабилитация, социальная защита ребят от 3 до 18 лет, родители которых уклоняются от своих обязанностей. Но в прошлом году возник вопрос о возможном его закрытии. Дети стали заложниками законодательных изменений. Были внесены изменения в бюджетный кодекс, и согласно которому на сегодняшний день район не имеет права финансировать это учреждение, а финансы проводятся исключительно за счет, должны проводиться исключительно за счет областного совета.
Сегодня депутаты сделали первый шаг к финансированию этого центра из областного бюджета, приняв его на свой баланс. Администрация области поддержала ходатайство о выделении средств на его финансирование в текущем году. Среди остальных вопросов депутаты подвели итоги выполнения бюджета и программ социально-экономического развития области. В частности, присутствующий на сессии губернатор отметил, что впервые с 2001 года удалось выполнить все 34 местных бюджета. Также были внесены изменения в уже принятый бюджет на нынешний 2016 год. Оксана Нечипаренко, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Вызывайте Ткаченко и Костюка. Это его команда. Пожалуйста, вызывайте его сюда. Извините, а кто вы такие? Я вас не знаю. Кто вы такие конкретно? Два директора на одно место. Кто должен управлять электротяжмашем? В дело вмешалась национальная полиция. Вот волонтеры, разные зоозащитные организации и разные акции, и медийные силы, да, мы пристраиваем до 5000 животных, бездомных, которых выбросили на улице, или к нам обратился кто-то за помощью его пристроить. Харькову необходим полноценный приют для содержания животных, заявляют волонтеры, которые занимаются отловом и пристройством четверолапок. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Кто должен управлять электротяжмашем? В разбирательство вмешалась национальная полиция. Исполняющим обязанности директора завода министерство назначает одного человека, а другой считает себя законным директором по решению многочисленных судов. Все участники конфликта решили обратиться к правоохранителям. Один директор по решению суда, второй по приказу министерства. На электротяжмаше продолжается двоевластие. Сегодня Владимира Глушакова, которого в Министерстве экономразвития считают уже бывшим, не пустили на завод. Не пустила новая охрана, которую, говорит Глушаков, выставил его оппонент. Назначенный Киевом ИО директора завода Дмитрий Костюк. Вызывайте Ткаченко и Костюка. Это его команда. Пожалуйста, вызывайте его сюда. Извините, а кто вы такие? Я вас не знаю. Кто вы такие конкретно? Ни начальник службы охраны, ни исполняющий обязанности директора так и не вышли. После нескольких увольнений, восстановленный в должности и снова уволенный, Глушаков считает себя законным руководителем предприятия. По этому вопросу есть все решения судов, которые я вам передам. Есть последние решения административных судов, где все это расписано о том, что действия министра незаконны и что в любом случае, если действовать в правовом поле, то после решения Печерского суда министр должен был негайно, как указано, восстановить меня. После второго увольнения тоже решение и Печерского, и административного суда негайно поновиты, подать апелляцию и решать это в правом порядке. В юрслужбе завода подумали и решили. Судебных решений в пользу Глушакова недостаточно, чтобы считать его директором. Есть только один способ восстановиться незаконно уволенному работнику, независимо от его ранга. Орган, работодатель, незаконно уволивший работника – обязан на исполнение решения суда либо добровольно, либо в принудительном порядке через исполнительную службу издать соответствующий приказ. А приказа восстановления нет, потому что Владимир Николаевич, по неизвестным нам причинам, не обратился в исполнительную службу, имея решение суда, которое обязательно для исполнения в части восстановления. Почему Глушаков после второго суда и решения в свою пользу не пошел в исполнительную службу, раз уж министерство не спешило восстанавливать его добровольно? Вот есть их подача в апелляционный суд, ихнего заявления, которое требует остановить решение Печерского суда. Но апелляционный суд города Киева 21 января отказал им в этом. То есть они должны выполнить это решение. В это же время юридическая служба электротяжмаша отправляет в СБУ, нацполицию и прокуратуру Харьковской области несколько заявлений о возможном, как они говорят, нарушении закона Глушаковым. 205 касается незаконного завладения имуществом предприятия. И следующая статья – это подача заведомо ложных документов государственному регистратору. Компетенция не наша, естественно, просто то есть мы изложили определенные факты, которым оценку должны дать компетентные правоохранительные органы. Следствие возбуждено. Возбуждено оно на 26 числа. Расследование ведется с подразделением следственным специальной полиции
города Харькова возбудили дело по статье 366. Это подделка документов, служебный подлог. Юрист электротяжмаша подчеркивает, таким образом они просто дублируют действия министерства, которое также обратилось в правоохранительные органы. В свою очередь Глушаков готовит заявление в Генеральную прокуратуру и Антикоррупционное бюро Украины. Для того, чтобы они рассмотрели вот эти все коррупционные действия министра и его заместителей. Я просто хочу, чтобы губернатор увидел весь этот материал в связи с тем, что его ввели в обман, чтобы он понял, что Абрамовичу вместе с Костюком ведут завод к полной остановке. Потому что с понедельника не сможет никакая продукция быть отгружена. Почему? Потому что ни таможня, ни налоговая служба не воспринимает Костюка. По словам Глушакова, его оппонент Костюк имеет право подписывать только тендерные договоры. Действительно ли в работе предприятия из-за юридической неразберихи могут возникнуть проблемы? Спросить это у назначенного министерством руководителя Дмитрия Костюка новостям АТН не удалось. Как сообщили в пресс-службе, начальник занят. Галина Шподарева, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости». Машина для бойцов. В Харьковском университете внутренних дел договорились сотрудничать с Дергачевским районом в рамках программы территориальной обороны области и передали отряду обороны района автомобиль. Четырехколесный подарок отряду теробороны «Дергачи». Автомобиль бойцам подразделения передали в Харьковском национальном университете внутренних дел. Дергачевский отряд теробороны стал одним из первых в Харьковской области. В него вошли в основном участники АТО. Один из перших в Харьковской области загін територіальної оборони, який допомагає нам і в патріотичному вихованні нашої молоді, і в тому, щоб в районі була атмосфера патріотична. В скором времени обласні власти должны презентовать целую программу территориальной обороны области, отмечают в университете. Харьковская область, повторю, вона прикордонна. И ті об'єкти, інфраструктури, які тут є, і мости, і путіпроводи, і десь водозабори, все, що є в районі, воно повинно надійно охоронятися. І не виключено, що якщо ситуація загостриться, буде якраз охоронятися бійцями загонів самооборони. Тому що Збройні сили, Національна гвардія, вона буде виконувати інші завдання за призначення. Валерій Сокуренко також завірив, що в університеті, в свою очередь, готові людей готові и обучать от обращения с оружием до управления подразделениями. Алена Сорока, агентство телевидения «Новости». Харькову необходим полноценный приют для содержания животных. Об этом заявляют волонтеры, которые занимаются отловом и пристраиванием четверолапых. По их словам, чиновникам невыгодно создавать новый приют, поскольку в городе уже существует центр обращения с животными. Однако волонтеры говорят, центр рассчитан на очистку Харькова от бродячих животных, а не на их содержание. В коммунальном предприятии говорят, полноценного приюта для кошек и собак действительно пока нет, но власти готовы помочь зоозащитникам в его строительстве. Отлов бродячих животных, осмотр у ветеринара, стерилизация, затем фотосессия для сайта и, наконец, пристройство питомца. Это постоянная работа харьковских волонтеров. Лига помощи животным существует уже около 7 лет. Волонтеры говорят, ежедневно своими силами находят дом для 5-10 кошек и собак. За год волонтеры, разные зоозащитные организации и разные акции, и медийные силы, да, мы пристраиваем до 5000 животных, бездомных, которых выбросили на улицы, или к нам обратился кто-то за помощью его пристроить. Бродячих четверолапых волонтеры подбирают как на улицах города, так и в ветклиниках, с которыми сотрудничают. Ведь часто своих питомцев хозяева бросают прямо там. В ходе клинического осмотра была выявлена сердечная недостаточность. Для точной постановки диагноза собачка была направлена на УЗИ и рентген. И спустя время пришел владелец с результатами показателей, с результатами обследования. Была очередь, его не могли сразу принять. Он сказал, я собачку оставлю, выйду по коридору, да, без проблем. Но, как потом выяснилось, собачку он бросил. Его нашли по журналу, и к вечеру собака умерла от сердечного приступа из-за того, что ее бросили. Волонтеры жалуются, в Харькове нет приюта, который бы занимался передержкой и стерилизацией четверолапых. Городской центр обращения с животными, утверждают зоозащитники, таковым не является. И больше создан для очистки города от бродячих животных, нежели для их содержания. В Лиге помощи животным, говорят, совместно с другими организациями подавали заявку в мэрию с просьбой выделить землю для постройки приюта. Сначала место в горсовете дали, затем забрали. Без объяснения причин. Поэтому пока питомцев приходится временно держать у себя дома,
знакомых, либо в ветклиниках. Кроме того, у волонтера вызывают вопросы и финансирование центра. По их словам, на те миллионы, которые ежегодно выделяют в горсовете для центра, можно построить огромный приют, а также обеспечить стерилизацию тысяч зверей. И это не считая тех денег, которые в центре дополнительно получают от владельца четверолапого за оказанные услуги, такие как вакцинация или временная передержка кошки или собаки. Волонтеры стерилизуют питомцев в социальных ветклиниках, с которыми договорились о сотрудничестве. Средства берут из собственных карманов, а также за счет благотворительных взносов харьковчан. И денег, необходимых для такого большого объема работ, волонтеры, по их словам, тратят в разы меньше, нежели те, которые в мэрии выделяют на городской центр. Если взять коммунальное предприятие, которое занимается отловом и уничтожением животных, городской совет оплачивает отлов одной собаки в размере 502 гривны, кошки 660 гривен. При этом, если взять, допустим, наши затраты, кошку можно простерилизовать от 90 до 160 гривен, да, ну, собаку там немножко больше. Условия за такие средства, как выделяет городская власть, можно создать любые. По тем суммам, которые были выделены не только из городского бюджета, но еще из экологического фонда, можно было построить приют приблизительно такой, как парк Горького. Но нет такой цели строить что-то делать там для животных. В свою очередь, директор Центра обращения с животными Юлия Шаповалова утверждает, затраты на их КП обоснованы. 10 миллионов, выделенных из горбюджета, входит в частности зарплата сотрудников предприятия, расходы на оплату коммунальных услуг, обустройство территорий для выгула собак в разных районах города. Кроме того, уверяет директор КП, в этом году к растратам добавилось строительство колумбария для захоронения животных. Выделено 2 миллиона 700 гривен на строительство городского колумбария для домашних животных. В городе есть действительно серьезная проблема, и мы обратились с бюджетным запросом к городскому совету с просьбой выделить такие средства на строительство в связи с тем, что очень много было жалоб от людей о том, что в городе много несанкционированных кладбищ для домашних животных. В Центре обращения с животными подтверждают, что их предприятие действительно направлено на очистку города от животных, а небольшая зона с питомником на территории КП не является полноценным приютом. Кроме того, говорят, в центре заявка от зоозащитников о строительстве приюта была подана, но решением исполкома землю отобрали из-за того, что за 3 года там не проводилось никаких работ. Деньги, говорит директор КП, собирались, но строительство приюта никто организовать не смог. Городская власть обещает всячески оказывать помощь тем организациям, которые все-таки возьмут на себя эту ответственность. Это очень серьезный ответственный шаг. Это сложно и ответственно организовать приют, построить его и содержать. Всячески готовы. Есть земля. Об этом говорится уже 6 лет подряд. Земля эта бралась одной из зоозащитных организаций Харькова. Это было года 4 назад. Активно собирались пожертвования на приют. Это десятки тысяч гривен были собраны. По истечении 3 лет выяснилось, что стройка не начата, проект не выполнен, земля не отведена. Пришлось эту землю забрать. В свою очередь, зоозащитники утверждают, ничего не могли построить, поскольку в департаменте земельных отношений Харьковского горсовета отказывались оформлять право собственности на выделенную землю, а средства на строительство даже не начинали собирать. Спонсоры потребовали именно этот документ, который за 3 года волонтерам так и не выдали. Сейчас волонтеры собираются снова подавать заявки на создание полноценного приюта для четверолапых в Харькове. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания.